комментарии нужны? Я тут ни при чем. Это интернет. Это интернет. Они даже этого не знают, что сгноили дерево. Вот, сейчас еще такой момент. Я нас... Это фотография из интернета. Видите, что случается, когда дерево заковано под этим, под бетоном, да? Вот что случается. И даже трагедии случаются. А если в машине люди сидели? Вот. Ладно, дело в том, что там так получилось. Наверное, второй раз поподробнее, потому что умудрился один человек посадить... Вспоминайте, кто-то из вас знает эту историю. Посадить саженцы, причем саженцы такие дебильные, вот на такой высоте взяли, толщины взяли, привили рябину на рябину. Ой, черемуху на черемуху. Или то правда, или то правда. Вот. И умудрились между ними так пару метров, и умудрились все это плиткой заложить. Ну, я начал готовить эту тему, но, извините, не успел. Найду потом я эту плитку. Вот, хочу предупредить. Ну, руки чешутся. Ну, сделайте где-нибудь людям эту плитку, чтобы меньше ям было на дорогах. Чтобы на тротуаре не спотыкались. Ну, что ж ты деревья-то плиткой-то обложу, а? Так, теперь. На одном из фильмов я, Железов, обратился к вам. Вот. Я не огородник, я не овощевод. Вот. Вы знаете, что такое второй хлеб, это картошка. Без картошки это половина страны вымрет, сами знаете. Хлеба не будет, картошку хотя бы есть бы. Но начнутся такие времена. Вот. Но я вынужден был всю жизнь садить картошку. Например, уже все, уже зачем мне, я сюда приехал, мне было 34 года. В 1984 году, и всего было 10 соток, покупая дачу, домик из опилок, и сейчас он такой же из опилок, вот только сеттинг обшил, а так все тоже, вот. И вот эти 10 соток, осады еще нет, несколько деревьев есть, осада нет, и куда, что делать? И хвощи росли, хвощи, впереди еще, так сказать, это, что я могу успеть? Только посадить картошку. Вызываю трактор, плачу 10 соток картошки. И, а куда мне ее потом? Погреб насыпал эту картошку. Потом все ведра раздавал. Возьмите, возьмите, возьмите. Сгниет же. Ну, был момент, один жил. И вот тогда мне начало вот эти приходить крамольные мысли. В каждой лунке обязательно все по-разному. Сорт один. Здесь 3 картофеля, там 13 картофелин. А здесь что, вот такое достаешь, вот такое вот это. О-о-о-о. Вот все такие, но она одна из 20. Надо проводить селекцию или не надо? Наверное, с этих, вот там где 20-30 клубней, где сразу ведро, ну, попадались мне такие. Их-то надо было в стороночку, а я больше не садил картошку, мне-то она не нужна. Вот. Ну, кто-то должен это сделать, раз. Даже в этом лучшем клубе картошка бывает крупная, мелкая и средняя. Я смотрел, как делают все. Ну, мне, я же не могу закрыть глаза. Где-то помогал кому-то. Помогал собирать это уже. То есть, допустим, приехал, говорит, ну, надо человеку помочь. Допустим, у меня машина, значит, человек надрывается, я беру лопату, помогаю выкопать. Я, или посадить. И что я вижу? Садят мелкие клубни. Вы мне сейчас скажите, если из того шикарного выкопанного вот этого кустища, самого лучшего, все бы такие были, у нас вся страна была бы картошкой завалена. Вот. Как когда-то, помните, рубль-ведро. Я помню, студент красноярский, рубль-ведро. Было же, если бы кто-то провел эксперимент, нужно взять, выбрать одного сорта. Допустим, даже не надо гектара, 100 гнезд. Картошка вся такую, какую привыкли садить. Вот такую привыкли. Экономия. Раз. Наоборот, самую крупную выбрали, прям целиком посадили 2. Еще сотня. И третья, вот то, что нарезанное кусками,
чтобы она глазки, чтобы использовать. Обычно делится на две-три части, вы знаете. Я режу. Какая-то экономия. Третья сотня. Но потом официально под протокол выкопать каждую. Это институт должен заниматься. Вот. Официально и сказать, какую картошку класть. Нужна ли селекция картофеля? Ну, можно ли класть такие или навсегда забыть? Вот. И вот сейчас у меня через неделю будет чек 400, кто посмотрел, вот это увидел. Вот это мои рассуждения. Вот первое. Я же уже успел в одном этом фильме поднять этот вопрос. Юлия, по картошке. У меня самый хороший результат от резанных на глазки крупных клубней. Крупных. Видите? Каждую большую квадратную лунку кладу по углам по 4 кусочка. Максимум по 2 глазка в каждой. Среды опыляю золой или подсушиваю на солнце перед посадкой. Стебли у пороскопа при такой посадке получаются крепкими. Каждому стеблю хватает солнца. Конечно, приходится заморачиваться с посадкой, но результат радуется. Вот. Но это еще не доказательство, Юля, что а вдруг человек, который кладет мелкую, экономит, потому что крупная идет на еду. Вот это я считаю. Ну, дайте мне волю, дайте мне побыть президентом не для того, чтобы там это, я себе это самое, покрасовался где-нибудь на параде. Я тут же вот эти вопросы, у меня их много, я уже их полсотни таких назвал, как, мне надо срочно, ну, кулаком, чтобы целый институт этим занялся. Ну, чтобы точно сказать, какую картошку надо садить. И почему мы все картошку, да, мы не имеем понятия о селекционной картошке. Мы все покупаем на рынке у бабушек. Ну, кто из вас селекционную последний раз видел? Раньше еще хоть рассылали ее по стране, а по килограмму. А сейчас же и этого нет. На рынок бабушки пророщенную взяли, посадили. Чем меньше, тем лучше. А если хуже? А мне делать нечего. Я вот взял и вот этот вопрос задаю вам. Если вы еще не выключили компьютер. Так, мне нужно, много говорю, вот, мне нужно залить чаю. 3 минуты отдыхайте, друзья, или расходитесь. У нас демократия, сам, я читал об этом. Друзья, отдельный фильм, где будет сказано, чем и как надо детей, надо браться за детей, пропадем. Дети пропадут, не готовы они к такой жизни. Вот. Когда беспилотники летают. Так, считаем. Соликамск, Пермский край. Абрикосы, сеянцы из ваших косточек, королевские, фаины, манджурцы. Есть двухлетки, однолетки. Прикопе зимовали. 2 недели как рассадил с обрезкой. Я когда вот до сюда прочитал, мне сразу сердце оборвалось. В общем, у некоторых кора разошлась прикопе. Как будто там камбий белый видать. Вот так вот. Комедии нет. Это выпривание или просто бывает так, что кора как будто порвалась, обнажив древесину. Гнили нет, размер небольшой. Лак мастикой помазать долматово или ничего не надо? Вот сразу на этот вопрос я отвечу. Да, можете помазать лак мастикой. Так. Вот. Раз уже разошлась кора. Вот. Но само дерево мастикой никогда не мажьте. Само дерево. Я имею в виду саженец. Да в любом возрасте не мажьте. Вот. Только раны. Теперь самое главное, ради чего мы тут. Итак, к сожалению, вся наука вот, нигде, никогда, ни в одной программе. А ведь мы-то для чего? Вот человек закончил институт, университет или академию. Вот такой диплом, красивый, с печатями, все. Ему можно дать, доверить этот самый сад. А он не знает, что при копах, особенно в средней полосе и на юге, груши и абрикосы сгнивают с гарантией. Согласитесь, вот сейчас, кроме моих учеников, которые меня знают 5-10 лет, вот вспомните, человек вспомнил уже про этот, как он, намордник.
Противогаз. Значит, давно общаемся. Так вот, груши и абрикосы, саженцы прикопа сгнивают. Я это проходил. Я до сих пор вспоминаю вот эту страшную вещь. Оно случается так. Вообще абсолютно на выпривание очень-очень слабо и груши, и абрикосы. А здесь абрикосы, которые из косточек умудрились вырасти. Вот зачем они прикопе зимовали, а? И что получилось? Давайте разбираться с прикопами. Что сделать-то? Вот это, к сожалению. Мне пришлось фото прикоп саженцу. И вот это люди, которые вот это рисуют, они сами ни хрена в жизни ничего не прикапывали. Так вот, именно этот прикоп. Смотрите, уровень земли видите? Значит, контуром показано, сколько засыпать. Так. А теперь представьте себе, что это абрикос, который вспоминаю, или даже груши. Я сгноил груши, но сгноил их 35 лет назад. Сгноил талгарскую красавицу. Было в деревне одно дерево, полумертвое. После страшной зимы я взял это, не так. Я взял веточек, страшную зиму она погибла. Я успел сделать в нее 5 или 7 саженцев. Но так как у меня не было земли, не было, мне сейчас ее никто не даст удавиться. Вот. А тогда тем более. И я их прикопал правильно на картофельном поле, чтобы ни одна мышь не по... В картофельном поле мышей практически нет, вы знаете. Вот. Это не для мышей. Сгнили. Я их прикопал как положено. Где-то октябрь-ноябрь, точно не помню. А потом дожди, 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 дожди. Весна они были черные. Мне этого хватило на всю жизнь. Но те, кто вот так рисует, они наверняка сами ничего не садили. Им это не надо. Ну, кто не знает строение саженца, корни, штамп и крона. Все. С наступлением закрыть всю канаву земли. А если, вот видите, с наступлением заморозков. Ну, все выполнено. Заморозки кончились и пошли дожди, дожди, дожди. А что, вы не знаете, что бывает? А как он может выдержать прикопе, если мне как тогда, знаете, мы иногда вспоминаем Сычева Александра Ивановича, крупнейший ученый, вот, который мне тогда и рассказал, почему у него не получилось с этими с посылкой с абрикосами, которые я у него заказывал. Ноябрь, да, это самое тепло, декабрь тепло, вот, трава зеленая, это я помню его письмо. В январе бах, минус 20, все погибло. Разве может прикопе выдержать? Прикоп это когда гарантированная зима. Гарантированно. Вот сегодня прикопал, а завтра и на всю зиму все это закаменело. Это. Разве это возможно? Ну, яблони терпят, сливы терпят. Один раз я как раз накопал слив, не помню у кого, каливых отводков. И вот таким пучком закопал. Ну, а потом, работая на заводе, много ли тут наработаешь? Забыл. В середине лета, думаю, что ж у меня там за куст растет? Они вот как росли, вот так вот, такие вот, штук 20-30, таким пучком, вот так вот прикопят, вот как здесь, вот так вот. И они в середине лета, вот так вот уже пошли побеги с них, ничего не случилось. Таким образом я постепенно начал разделять. Ага, груши сгнили, сливы нет. Тогда я начал вспоминать, груши дают отводки, сливы нет. То есть сливы дают отводки, груши нет. Я постепенно наблюдение год за годом, год за годом. И уже лет через 20 я набрался наглости и стал учителем. Я металлург. Потому что у меня опыта накопилось столько, уже не один случай, не два. 20, 40, 50, 100. Я все вижу, вижу, вижу. Вот. Я по ночам вскакиваю, пишу. Потом засыпаю, утром не могу вспомнить, что я там писал. Начинаю разбирать каракули. А вот это и писал. Вот это то, что человек написал, который ни черта, ну напиши ты, кроме абрикосовой сливы. Ну откуда ему знать-то? Стандартный прикоп. Вот. Я увидел, я не нашел, я увидел хороший прикоп у Мичурина. В одной из книг он есть. Но я вам показывал. Ветераны помнят? Я говорю, вот как правильно. Но я тогда нашел,
Ну, не нашел я его, ну не могу я, у меня тысячи этих. Мне некому все это разобрать по темам. Мне никто не платит за то, чтобы я довел до ума, чтобы еще три книги написал. Я могу 30 написать книг. Вот, тогда будет все полное собрание. Но дело в том, что физически невозможно, и денег нет. Тогда я беру, захожу в интернет, и через 10-20 схем, там 21, 41, я нахожу вот это. Фу, слава тебе, Господи, ну есть же умные люди. Ну есть же прикопанные на зиму саженцы. Вот теперь вот уже не сгниют. Почти не сгниют. Я же железом. Внимание, вариант номер три. Там, тарам-дарам-дарам. Итак, пробовал на яблонях и на абрикосах. Вот. Я с тех пор не прикапывал, это только ради учебы я делал. Вот. Потому что, чтобы научить других, нужно себе доказать. Вот. Так, сам себе доказал. Создал песню, подобную стону. А, нет, это другой оперы. Итак, значит, очень выгодное дело осенняя посадка. Мне как говорят, мне садить осенью или весной. Ребята, учеба. У меня таких писем десятки, если не сотни. И я вздыхая. А что ты, сколько я могу? 2, 3, 5 строчек, у меня глаза болят, я не могу. Я уже пишу. Если вы новичок, вот это объяснять каждому няне в состоянии, они потом, я их посылаешь на вебинар, они на вебинар смотреть не хотят. Да я понимаю, люди заняты. Им скажи точно. Я говорю, ладно, весной садить. По крайней мере, это. Но опасность заключается в том, что весна в России всегда короткая. Весна, лето и осень. И не успевает выжить. Ведь все эти деревья, это культура, иммигранты. Где-то частично они приспособились. Немножко приспосабливают местный подвой. Передается ментор. И вот это свойство подментора, это свойство подвоя передается привою в какой-то степени. Допустим, ему не хватало 2 месяца, ну, роскошный сорт с Италии, с Испании, когда-то переехал в Польшу, потом в Украину, потом в Россию, потом уже добрался до Москвы, потом пошел на восток, Урал, Сибирь, или с Дальнего Востока, наоборот, на запад. И вот он попал к нам сюда. Лето короткое, 2 месяцев не хватает. Ура, все лето прожил, а осенью взял, замерз. И обязан замерзнуть. Привая на местный подвой. Сибирьки у нас есть. Есть уссурийки с Дальнего Востока. Есть. А эти самые маньчжурские абрикосы есть. Китайки есть. Привили. И уже, видишь, месяца не хватает. Всего лишь. Почему? Передался под подвоя, передался этот ментор. То есть передались качество привоя. Все прекрасно. Но месяца опять не хватает. И тогда я говорю, а давайте-ка мы, а пусть он будет из горшка, уже почти хорошо, вынули из горшка, но посадили осенью, но как посадили? Перед самой зимой, значит, вызревание какое было? Ну, почти уже хорошо. Но любая пересадка – это страшная вещь для дерева, страшнючая. А потом вот они умирают, а потом говорят, поливайте пестицидами. Это наша опять вся страна, эти миллионы флаконов, миллионы, 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 там, где они вообще не нужны. Только почву отравляют. А не дай бог урожай, тогда урожай отравлю. И вот перед самой зимой, перед самой, практически полностью вызрело, из горшочка достали, не покупайте с голыми корнями, беда случится. Вот. В идеале, может, с голыми корнями. Да надо вот так отрезать, а кто про это знает, чтобы уравновесить. И вот вы взяли его перед зимой и на постоянное место нагребли. И вот он, даже с нагребленной землей, и не обязательно будет мороз, скорее всего, еще и снова оттепель. И снова мокрая земля. Но он уже не так гниет, даже абрикос уже не так гниет, как вот это вот. Уже не так не будет гнить. А потом самое чудо в том, приходит весна, я разгребаю. А по мере таяния, это самая ранняя весна, потому что бугор в первую очередь оттает.
кругом будет снег лежать, а бугорят я ручками, ручками, раз, 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 раз. Но до тех пор разгребаю, чтобы остался этот самый. Садил-то я осенью. Не просто вот это, я его, как это называется-то, окучил. Я посадил капитально навсегда на холм. А потом сверху холма вот это вот. Вот теперь практически будет вечно жить. А то это самое. Возвращаемся. Я долго говорил, но я должен убедить. Вы что думаете, это самое? Я что ли это подлую присочинил? Я что ли? А то, что человек ни хрена не понимает, что посадил на верную, научил на верную смерть. Я что ли? Она самая первая была. Я набрал фото, схемы прикопа. Самая первая, мне не надо было искать. Дальше. А умный-то какой? Он еще на две зоны разделил. И обязательно пролить, присыпать. Все. Пусть быстрее сгниет. Давайте, давайте, лейте. Пролить, чтобы быстрее сгнил. Где вы видели, что 20 в одних местах, чтобы это самое. Я им говорю, говорю, что хочу, потому что вы мне не платите за эти разговоры. Терпите. Значит, за эту учебу. А то бы я читал бы только параграфы. Сочинил бы параграф 1, 2, 8, 1002. А я вместо этого рассказываю. Украина. В 3-4 классе мне учительница нам говорит. Зима начинается 1 декабря. Заканчивается последний день февраля. Вот. Я ж жду. Приходит 1 декабря, я подхожу к окну, полметра снега. Это Западная Украина, Волынская область. Полметра снега, все честно. И в голове застряло, что это и есть зима. Но о том, что страна большая, я узнал потом. И в одном месте, значит, уже пора бы вот такой вот сделать этот самый. А в другом месте еще месяц будет гнить в прикопе. Значит, что получается? Вот, пожалуйста, считайте это изобретением. Мне их много, мне не жалко.